Знаковое событие в отечественной добывающей и перерабатывающей промышленности. Сегодня на Беларуськалии состоялся торжественный выпуск миллионной тонны комплексных минеральных удобрений. Символично и то, что на такую яркую цифру горняки вышли в год 60-летия как самого предприятия, так и Солигорска. Минеральные удобрения с уникальной формулой, в основе которой азот, фосфор и калий, пользуются спросом во многих странах. Алексей Кондратенко узнал, как всего одна гранула полезного вещества влияет на плодородие земель, а заодно поинтересовался стратегическими планами флагмана мировой калийной промышленности. Расшифровать аббревиатуру NPK несложно, если вспомнить название химических элементов – нитрогениум, фосфорус, калиум, а проще – азот, фосфор, калий. Именно эти три компонента стали основой для нового в Беларуси вида продукции – комплексных, сложно смешанных удобрений. Производство по уникальной формуле наших специалистов стартовало 5 лет назад под Солигорском. С тех пор НПК удобрения много раз выручали аграриев по всему миру. От Беларуси, Литвы и Польши до Мексики и Тайваня. Сырье у нас измельчается, потом увлажняется, подогревается, закатываются гранулы. Каждая гранула содержит все три компонента. Отличие по содержанию азота, калия и фосфора есть. Есть разные марки, они отличаются. Какую заказали, такую мы и выпускаем. И, естественно, покупателю выгодно. Он ему просто вносит, как говорится, один вид удобрений за один раз. Простой, но актуальный пример того, где необходимо минеральное питание для сельскохозяйственных культур. Для этого отправляемся в соседний Слуцкий район. Сахарная свекла на этом поле в свое время получила хорошую порцию азота, фосфора и калия. Можно сказать, такой плотный комплексный обед. Плюс естественная подпитка – это дожди и солнце. Без этого также не обойтись. В итоге и формируется тот агрономический баланс, благодаря которому аграрии получают достойный урожай. Растение сразу набирает вот этот вот... необходимое количество питательных веществ. Это, конечно же, увеличение урожайности, так как растение наше напитается, оно крепышом идет в дальнейшее развитие. Что касается сахарной свеклы, вот это вот именно вот этот комплекс, он способствует увеличению сахара. Это самое главное, наверное, для этой культуры. Миллионная тонна продукции – знаковый рубеж для всего коллектива цеха. И в то же время красивая цифра – это и стимул к дальнейшему развитию всего Беларуськалия, которая забегает на десятилетия вперед. Поэтому и 60 родному городу, уверены жители Солигорска, лишь начало пути. Мы планируем в ближайшие годы путем небольшой модернизации производственного цеха увеличить примерно на 20% производства. Ну и, конечно же, рассматриваем возможность строительства аналогичного производства на втором рудоуправлении. В прошлом году мы освоили страны африканского региона после морского пути в течение почти 2 месяцев. Качество нашего продукта осталось на прежнем уровне. А уже в следующем году наша страна станет богаче еще на один промышленный гигант. Это Петриковский горно-обогатительный комбинат. Инвестиции Беларуськалия воплотятся в очередных весьма внушительных цифрах. 1500 новых рабочих мест и 1,5 миллиона тонн калийных удобрений в год. Алексей Кондратенко, Александр Шестакович и Максим Кривицкий, агентство теленовостей.